дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня будем готовить очень простой, но в то же время очень вкусный салат с нутом. Какие ингредиенты нам нужны? Салатные листья, нут я заранее отварила. До этого я замочила нут 8 часов в холодной воде. Тут у меня сыр нитки. Я порезала на вот такие кусочки, чтобы было удобно есть. Нам еще понадобятся перья зеленого лука, сыр пармезан, помидоры, чеснок. А для заправки нам понадобится оливковое масло, тут специи, красный острый перец, черный перец, итальянские травы. Тут у меня немножко лимонного сока и, конечно же, соль. Готовим заправку для салата. К лимонному соку добавляем оливковое масло. Добавляем смесь итальянских трав. Вот столько. Добавляем соль по вкусу. Добавляем черный молотый перец. Добавляем острый красный перец. Добавляю совсем немножко, это очень жгучий перец. Добавляем чеснок. Количество чеснока возьмите на ваш вкус. Перемешиваем. И сюда добавляем около 2 столовых ложек воды обычной. Вот такая заправка у меня получилась. Заправку пока оставим в сторону. Подготовим сыр для салата. Добавляем смесь итальянских трав, совсем немножко по вкусу, и добавляем оливковое масло, совсем немножко. Солить я не буду, поскольку сыр слабосоленый. Перемешиваем и оставляем в сторону. Таким же образом приправляем нут. Добавляем немножко оливкового масла, добавляем немножко красного острого перца, совсем немножко, столько же черного перца. Нут я заранее посолила, так что соли я добавлять не буду. И немножко добавляем итальянские травы. Слегка перемешиваем и оставим в сторону пока. Теперь порежу помидоры на 4 части. И сразу помидоры добавлю к салатным листьям. Порежу перья зеленого лука. Я порезала крупно, чтобы смотрелось красиво. Теперь заправляем салат. В салат добавляем сыр. Сыр пахнет просто великолепно. Добавляем нут. Количество этих ингредиентов возьмите на ваш вкус. И в самом конце в салат добавляем сыр пармезан. Я сделаю такими пластинами. Вот такой очень красивый и очень полезный салат у меня получился. Надеюсь, мой сегодняшний рецепт вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч!